Привет, друзья! Я Владислав Семенченко, и после длительного военного, так прямо и скажем, перерыва, вы на моем канале о разумных, проверенных, продуманных инвестициях. Самое время двигаться дальше, строить новую жизнь, и сегодняшнее видео будет у нас сконцентрировано на развивающихся компаниях, на компаниях роста, по-английски называемые growth company. Что это за компании? Это компании, которые все деньги, которые зарабатывают, все деньги, которые одалживают, тратят на рост. Что такое рост? Рост отражается в первую очередь в росте показателей выручки, в ревенью. Да? Почему я считаю, что эта тема достаточно важна? Первое, для того, чтобы вы поставили лайк. И если вы досмотрели до этого момента, скорее всего, вам интересно то, что я делаю, поэтому поддерживайте меня. Чем больше нас будет, тем больше, более интересных видео будет на моем канале. Будем приглашать интересных людей. В общем, обещаю, будет не скучно. Итак, почему я считаю, что это видео вот актуально и интересно? Потому что существует контринтуитивная связь между классным бизнесом и его оценкой рынком, инвесторами. О чем я говорю? Я, будучи начинающим инвестором, а на своем канале я рассказываю только про свой опыт, очень часто не мог понять, и теперь имею механизм понимания, почему классный бизнес, да, не всегда советуют покупать. Вот мы сегодня будем распиливать компанию Google, но очевидно же классный бизнес. Даже ежу понятно, что по всем критериям классный бизнес. Но помимо того, что классный бизнес, мы как разумные инвесторы хотим купить классный бизнес по хорошей, а лучше по очень хорошей цене. И вот мы сегодня попробуем понять, да, и содержание сегодняшнего видео будет следующее. Первое, мы рассмотрим текущие метрики. Поэтому сегодняшнее видео, конечно, для начинающих инвесторов, как большинство видео на моем канале. Но все же у вас должно быть общее представление о том, что такое основные метрики EPS или PPI, да, коэффициент. Поэтому если вы будете встречать какие-то непонятные фразы, какие-то непонятные определения, не стесняйтесь, оставляйте комментарии. Во-первых, это даст основу для следующих видео. Во-вторых, это поможет в продвижении канала. И в-третьих, у вас появится по итогу больше знаний. Вам самим будет более интересно смотреть то, что я делаю. Итак, мы посмотрим сегодняшние метрики и попробуем прикинуть два сценария. Некий оптимистический и некий, ну я бы его не назвал пессимистический, такой нижнерейтинговый реальный сценарий развития компании Google. И подведем выводы. Итак, не стесняясь, давайте двинемся вперед. На ваших экранах график роста или динамика изменения, так бы я правильно сказал, акции, стоимости акций компании Google. Сейчас непростое время на рынке. Я снимаю в середине сентября 2022 года. Инфляция, Украина-Российская война, напряженность Китая и Америки. В общем, короче, мир реально полон подарка. Рынок корректируется, подавляющее большинство акций корректируется, какие-то акции минус 20, какие-то минус 40, какие-то минус 50, есть рекордсмены минус 70 и 80%. Ребят, для инвесторов это отличное время по нескольким причинам. Первое. Каждому инвестору, долгосрочному инвестору, рано или поздно за свою жизнь придется пережить такой период. Это нормально. А вот длинные графики, если вы откроете эти графики цены любой классной компании, начиная от Walmart, Apple или вот в данном случае Google, он вам покажет, что такие периоды в жизни компании за последние 10, 15 и 20 лет уже были. Я искренне верю, что это вот в такие лихие времена вас поддержит. Да, и вы, ну, как бы вы внутренне, вот, и не просто вы, а фактически увидите, что времена бывают разные. Никто, ни я, ни любой другой эксперт или там прославленный там инвестор Билл Экман или Уоррен Баффет не знает, как будет выглядеть рынок завтра. Мы все точно знаем, что каждому из нас придется пережить период 70 или 80% падения. Вот ярко вы увидите, что акции компании
компании Google уже скорректировались там больше, чем на 30%. И это нормально. Могут ли они скорректироваться еще на 20-30%? Могут. И сейчас мы узнаем, почему. Давайте разберем текущие метрики, как я вам и обещал в содержании. Текущая цена акций 105-106 долларов. Тут понятно. EPS, earning per share. Взяли весь net income, всю прибыль компании, разделили на, если я не ошибаюсь, 13 миллиардов выпущенных акций компании Google, получили, что на одну акцию компания зарабатывает 5 долларов с копейками, 5,11 центов. Берем текущую стоимость, делим на 5,11 и получаем коэффициент PE. Если кому-то непонятно, что такое PE, пишите в комментариях, не стесняйтесь, буду это повторять. Да? Мы получаем коэффициент PE 19. Что это значит простыми словами? Я всегда люблю повторять. Это значит, что если компания текущую прибыль будет раздавать всем тем, кто по текущей цене купит акции этой компании, она раздаст вам, вернет инвестицию за 19 лет. То есть, условно говоря, PE – это не просто соотношение текущей цены к текущей прибыли, а это некое значение в годах, да, за которое компания всю свою прибыль, ребята, кульминационное значение, всю, то есть не будет ничего тратить на развитие, на всю свою прибыль отдаст инвесторам. Итого у нас получается доходность 5%. Если кто не понял, как я высчитал доходность 5%, не стесняйтесь, пишите в комментариях, запилим видео по этому поводу. Доходность 5%, инфляция выше 8, вы скажете, инвестиции в компании Google, ну, представляются себе не очень интересными. Да, наверное? Давайте подумаем теперь, почему же все-таки какие-то инвесторы, а если цена есть, это значит, кто-то продает, а кто-то покупает. Какие-то инвесторы готовы тратить или покупать свои деньги, покупать акции по такой цене с доходностью 5%. Для примера, PE акций компании Tesla 100. То есть, поняли, да? То есть, это 100 лет компания будет отдавать текущую прибыль тем, кто купит акции по текущей цене. Да? Вы спросите, почему так? Вот давайте разберемся, почему так. Вот сейчас очень важный момент, кульминационный момент моего видео. Ставьте лайк, да, если вам понравится мое объяснение. Смотрите, о чем думает инвестор. Он думает так, куплю по текущей цене 105-110 долларов. У нас числитель. Знаменатель у нас 5 долларов 11 центов. Это то, что компания сегодня зарабатывает на одну акцию. Проходит 2 года или 3 года, и компания... Мы же купили, мы как бы цену для себя зафиксировали. Числитель у нас зафиксирован. Знаменатель. Компания стала зарабатывать не 5 долларов на акцию, а стала зарабатывать 8. Итого мы наши 105-110 делим на 8, да, и получаем, что у нас доходность уже не 5%, как на текущий момент, а, к примеру, 10 с чем-то, да. 105-110 делим на 8, получаем там 11-12, да, и у нас доходность 11-12. То есть, те люди, которые покупают, к примеру, акции компании Google с PE 19 или акции компании Tesla по 100, да, они надеются на то, что компания покажет такие большие темпы роста, чтобы в ближайшее время, вот это значение доходности стало рыночно или инвестиционно приемлемой. Я думаю, идея абсолютно понятна. И теперь мы переходим к следующему разделу моего видео. Мы попробуем сейчас, чтобы углубиться, вот применить Delta of the Delta и посчитать два сценария. Итак, внимание на экран. Я вам показал, сейчас вы на экране видите темпы роста, revenue, за последние 10 лет, да, как бы, видите, 10 миллиардов, 12 миллиардов, 14, 16, 19, ну, и так далее. Растет revenue, выручка компании Google.
мы можем, я просчитал, что средний темп роста порядка 40%. Эти же 40% я закладываю в следующий оптимистический сценарий. Ну, ребята, правда, сложно себе представить, что компания, которая росла последние 10 лет на фоне экономического мирового подъема, на фоне мирового экономического кризиса, о котором трубят из каждого чайника, и мы сами видим, насколько непростые вызовы сейчас стоят перед разными государствами, крупными государствами, экономиками этих государств, перед правительствами, геополитическими, экономические, технологические, там всякие вызовы стоят, да? Трудно себе представить, что компания Google как-то может там шагнуть еще быстрее вперед. Поэтому что я сделал? Я взял на следующие 5 лет прогноз 40%, оставил такой же рост. А на следующие 5 лет до 31 года сделал прогноз 30% роста. Итак, на сегодня, как я и сказал, в обращении 13 миллиардов common stocks, это акции, которые торгуются на рынке. И вот я взял прибыль и с таким же, вот 40% ростом, с 30% ростом следующие 5 лет посчитал. Итого, на вот это количество акций, если компания не будет делать байбеки, в 31 году я умножил 13 миллиардов, умножил на $102.11. То есть прибыль на акцию вырастет с 5 такими темпами. 40, 40, 40, 40, 30, 30, 30, 30. Прибыль на акцию вырастет до $102.11. Итого, в 31 году компания будет зарабатывать в год, внимание, 1 триллион 300 миллиардов, что любой школьник поймет, полный бред. Компания Google не может зарабатывать таких денег. Ну, для понимания, сегодняшний бюджет Соединенных Штатов порядка 5 триллионов, да, то есть компания Google будет зарабатывать больше, чем 1/5 американского бюджета на текущий момент. Это такого не может быть. Еще раз, вы всегда должны быть более пессимистичны, на мой взгляд, я всегда занимаю более пессимистичную позицию в оценке темпов роста любой компании, и, к примеру, там, компании Tesla, да, вот все говорят о том, что они вот такие революционеры, да, есть конкуренция, есть там всякие геополитические вызовы, есть технологические вызовы. К примеру, я вчера спорил с одним из достаточно таких продвинутых экспертов, я с ним не спорил, а его внимательно слушал, о перспективах, допустим, водородного топлива. Я живу в Словакии, и в Словакии уже, к примеру, есть и автобусы, первые экспериментальные выпуски на водородном топливе, и машины есть на водородном топливе. Ну, то есть, как бы, есть и технологические вызовы. Поэтому, когда мы видим, что у Теслы коэффициент PE равен 100, мы понимаем, что инвесторы, которые покупают, или не понимают, что они делают, или закладывают просто невероятный рост. Итак, мы услышали, да, если текущая цена 110, да, то те, кто сейчас ее купят в 31 году, будут иметь PE на текущую покупку единицу. Это понятно почему. Так как я сказал, 110 стоит числитель, мы зафиксировали, и 102 стала прибыль через 2. Да, 110 на 102 мы получаем почти единицу с копейками. Если мы берем во внимание, что в 31 году нас будет устраивать, к примеру, ну я не знаю, 10% доходность, то, соответственно, PE в тот момент у нас будет, скорее всего, равен 10. То есть с единицы акции вырастут в 10 раз, а то и в 10-15 раз. То есть мы получим за 10 лет рост наших инвестиций в 10-15 раз. То есть стоимость акций будет там порядка 1100-1500 долларов за акцию с текущих 110. Вот такой у нас, ну, на мой взгляд, нереалистичный, а супер оптимистичный сценарий. Ну, смотрите, я забегаю наперед, у меня не было задачи в рамках этого видео попасть в какой-то прогноз. Моя задача показать вам, как можно оценивать текущее качество стоимости тех или иных акций, да, и, соответственно, мы понимаем, что если инвесторы заложили в текущие акции достаточно большой темп будущего роста, то нам надо ждать большой волатильности, потому что стоимость акций будет очень сильно зависеть от способности компании
этот рост поддержать. Если компания будет показывать рост или его опережать, то, конечно, стоимость акций будет skyrocketing, да? Если компания вдруг где-то ошибется в своих прогнозах, мы увидим то, что мы увидим, то, что мы видим сейчас с акциями таких компаний, как Netflix и PayPal, да? Когда цена на них корректируется просто там, на 70-80%. Это как раз связано с тем, что уже в цене заложены огромные темпы роста, которые компания в силу объективных причин не может достигнуть. Давайте теперь от оптимистического сценария, мы его нарисовали, он у нас есть, мы его запомнили, да, вы видите его в презентации. Давайте попробуем построить все-таки такой реалистический сценарий, да. Какой это реалистический сценарий, на мой взгляд? На мой взгляд, я с самого начала видео говорил, у компании Google классный бизнес, и он будет классно расти. У компании Google наверняка все будет очень неплохо и в краткосрочной, и в средней, и в долгосрочной перспективе, да. Вполне возможно, стоит ожидать каких-то ударов из-за рекламного выторга, но я думаю, у компании Google все будет окей, да. Какой это реалистический сценарий роста? Давайте возьмем следующие 5 лет, это 20%, и следующие 5 лет это 10%. Это такой, я бы сказал, пессимистический, реалистический, да, это такой реализма процентов 60, и такого немножко пессимизма мы накинули процентов 40. Ну, кто знает, что будет, да? Давайте посмотрим. Итак, что же нас ждет, открываем. При описанных темпах роста EPS у нас в 2031 году будет $20.48 на акцию, то есть в 4 раза больше, чем сейчас. Итак, если вы купите сейчас по $110 за акцию, да, то в 2031 году, когда прибыль на акцию компания достигнет 20 с копейками долларов, у вас будет PE там, порядка 5.48. И отличная доходность, 20%, как я уже сказал, если вы не понимаете, как я из ПЕ считаю доходность, пишите в комментариях, буду рассказывать. Если мы пересчитаем возможную стоимость на ПЕ 10, то есть, что значит, мы говорим о том, что нас в 2031 году будет устраивать доходность 10%, то мы увидим, что стоимость акций вырастет в 2 раза. Если мы посчитаем на PE 15, да, то стоимость акций вырастет в 3 раза. В 3 раза. Что нам дает стоимость акций, да, или порядка $220-$250, или $330-$350, в зависимости от того, вот какая доходность нас будет устраивать в 2031 году. Кстати, вот тоже очень интересный вопрос, вот как подходить к доходности. Вы видите, очень много будет зависеть от того, вот как мы будем считать или от чего мы будем отталкиваться, когда будем говорить о том, какая может быть доходность там, через 5 или 10 лет. Если вам это тоже интересно, пишите в комментариях, будем вместе над этим спорить и вместе это прорабатывать. И тогда мы получаем 22% годовых или 33% годовых, в зависимости от того, вот какая бы нас доходность, какую доходность будет показывать рынок к тому моменту, да? Какая доходность будет устраивать рынок или инвестирующее сообщество в тому моменту. То есть вот при таком оптимистической, пессимистической, реалистическом сценарии за 10 лет акции компании вырастут от 2 до 3 раз. 2-3 раза мы ждем рост. Вот, собственно говоря, я очень надеюсь, что большинству из вас понятна суть того, как можно, имея понимание о том, как компания растет на данный момент. Реально, ребят, мы отталкивались от того, что Google за последние 10 лет показывал 40% рост. То есть, если компания росла за последние 10 лет там, не 40%, а 20%, соответственно, мы и в сценарии роста в будущем тоже не сможем закладывать какой-то сумасшедший рост. Мы тоже должны так простраивать для себя какие-то оптимистические или пессимистические сценарии. Ну и самое время подобраться к выводам нашего сегодняшнего видео. Первое.
чем больше роста зашито в текущую стоимость, да, тем опасней будет текущая инвестиция. Наша задача купить не просто классный бизнес, да, наша задача купить классный бизнес по классной цене, а еще лучше по очень классной цене. Поэтому вы смотрите на ПЕ, вы смотрите на предыдущие темпы роста, прибыли или выручки, да, и сможете оценить, насколько в эту ПЕ уже зашиты будущие ожидания. Да? Второй вывод. Компания, в которой зашиты большие ожидания, акции этих компаний будет ждать в долгосрочной перспективе достаточно большая волатильность, и мы к этому должны быть готовы. И третий, самый главный вывод, да, есть, как говорят в Одессе, две большие разницы между классным бизнесом и оценкой этого классного бизнеса, да, поэтому не спешите покупать классные компании, ждите, да, оценивайте и дождитесь нужного момента для того, чтобы эти акции покупать. И, на мой взгляд, вот текущая коррекция есть не что иное, как, ну вот, как вполне возможно классное время для покупки. Да? Для понимания, акции компании Google, да, на своем пике торговались PE 25 и наверняка и 35. То есть, понимаете, а кто-то же их в этот момент покупал и сегодня держит удар вот по такой волатильности. Соответственно, если он их купил с PE 35, а не с 19, как мы сегодня обсуждаем, да, то, соответственно, он вынужден будет еще более длительный период времени ждать, пока знаменатель превратится из 5 долларов там, в 15 или в 20 для того, чтобы как бы доходность акции этой компании приняла более адекватный вид. Ребят, самое время заканчивать. Я надеюсь, видео было не утомительное. И еще раз, те, кто досмотрел до конца, я просто очень прошу вас, призываю писать комментарии. Мне это хорошая основа для следующих видео. Задавать вопросы, не стесняться. Хочу вернуться к практике прямых эфиров, на которых мы сможем встречаться и обсуждать вопросы, которые у вас сформировались по темам предыдущих видео. Надеюсь, начать выпускать сейчас будет больше, чуть свободного времени, закончилось лето, детские каникулы, отпуска, как-то немножко отошли от войны, да, жизнь более-менее, если так можно сказать, нормализуется, так что будет больше видео, не стесняйтесь, ставьте лайки, любая активность вокруг видео приветствуется и поддерживается. Спасибо всем, с вами был Владислав Семенченко, до следующих встреч на нашем канале, жду ваших вопросов, пока!